Но мы будем помнить, что над нами летают птицы, цветут поля, цветут растения, и все это воспевается от подвиг наших погибших людей, ветеранов Великой Отечественной войны. И пока летают журавли белые, мы знаем, что ветераны будут живы. Мы будем о них всегда помнить, в том числе и наш отец Зайнулабидов Али Гамзатович.